с вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в видеообзоре автонабор инструментов от компании «Мюл» 58100. Набор на 110 предметов. Это очень популярный набор автолюбителей, благодаря цене и качеству. Фирма «Мюл» – это фирма харьковская. Давно очень на рынке инструмента Украины, но заводы по производству инструмента находятся в Китае. Заводской Китай, но качество при этом совершенно не страдает. И в этом вы можете убедиться, если почитав отзывы в интернете о данных наборах. Поставляется набор такой вот рыжей упаковки, рыже-синюю. Два рабочих квадрата, 1/4 и 1/2 дюйма. 110 предметов, есть знак «Высшая проба Украина», то есть у инструмента. С обратной стороны у нас комплектация набора. Такой вот. Это что касается важной информации. Два рабочих квадрата, 1/2 дюйма и 1/4 дюйма. Две трещотки, два воротка Т-образных есть. И начнем с трещоток. Трещотки на 72 зуба, это мелкий шаг. То есть они более удобны в тесном пространстве где-нибудь крутить. Длина трещотки под 1/4 дюйма у нас 150 мм. Ручка здесь комбинированная, пластик, резина. Черный цвет это пластик, рыжие вставки, резина. Но резина здесь плотная очень. Надпись «Мюл» на рукоятке. На самой трещотке на металле надпись «Хром-ванадиевая сталь». Есть реверс, фиксация и быстрый сброс головки. Трещотка под 1/4 дюйма, прямая. Вот под 1/2 дюйма идет с небольшим вот изгибом. Также комбинированная рукоятка. 72 зуба, реверс, переключение право-влево, и быстрый сброс и фиксация. Есть. Два воротка Т-образных. Под 1/2 дюйма с плавающей головкой и под 1/4 дюйма. Длина воротка под 1/4 дюйма 11 см. Под 1/2 дюйма 250 мм. Под 1/2 также он служит, как и удлинитель 250 мм, если снять этот адаптер. Адаптер вы можете применять для перехода с 3/8 на 1/2. Это у кого есть дополнительно трещотка или вороток под 3/8. Далее еще один удлинитель 125 мм под 1/2. И два удлинителя под 1/4. 55 мм, это короткий, и вот такой вот 100 мм. Два кардана под маленькую трещотку и вороток, и под большую, 1/2 и 1/4. Карданы скреплены металлическими вставками. Две головки свечные на 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Отверточная рукоятка. Ручка здесь полностью пластиковая. Есть присоединительный квадрат сверху. Вы можете подсоединять трещотку. Или вороток Т-образный, для того, чтобы сорвать что-то. Данная рукоятка применяется с битами, которые идут с адаптером уже. Такие под 1/4 дюйма. То есть получаем отвертку. Или можете сюда вставлять головки под 1/4 для труднодоступных мест, допустим, подлезть куда-то. Длина рукоятки 150 мм. И теперь к головкам. В наборе шестигранный профиль. Есть головки короткие шестигранные, короткие с профилем торкс, длинные шестигранные. Начнем с 1/2. Общее количество 17 штук, два ряда. 10 мм у нас самая маленькая. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 210 грамм. Головки под 1/4 дюйма. Ряд нижний 13 штук. Самая большая у нас 14. Самая маленькая на 4 мм. Головки торкс. Общее количество 13 штук. Самая маленькая Е4. Самая большая Е24.
Головки длинные, общее количество 13 штук. Самая маленькая головка у нас 6 мм, шестигранная. Самая большая на 22. Надписи на инструменте Chrome Vanadi 22 мм. Надпись Meol присутствует на трещотках. Весь инструмент матового цвета, то есть защитное матовое покрытие. Материал изготовления, который указывает производитель, это Chrome Vanadi Sty. Биты. Верхние крышки у нас биты под 1,4 дюйма, которые идут с адаптером, я уже показывал. Профили здесь торкс, шлицевые, шестигранные и крестовые. И биты нижний ряд. Это биты, которые применяются с адаптером. Он идет отдельно под 1,2 дюйма. Ставили нужную биту. Все биты промаркированы. То есть, если в ячейке бита с размером, допустим, 10, то в данной ячейке находится эта бита. И также промаркированы головки 32 мм. Вот на пластике надпись 32. Это очень удобно, потому что вы сразу видите, в какой ячейке какой размер находится. По комплектации набора все. Еще набор шестигранных V-образных ключей. Вот есть небольшой, 4 штуки. По комплектации все. Кейс пластиковый, черного цвета. Инструмент верхней крышки хорошо держится. То есть исключает выпадание. Кейс вообще у Meol хорошего качества. Соединяется две части пластиковой зависой. Закрывается набор на две пластиковые защелки горизонтальные. Вес набора 7 кг составляет, ширина 38, длина с рукояткой 32, высота 8 см. Все очень легко и плавно. Надпись на верхней крышке Meol инструмент. Рекомендуем к покупке данный инструмент, так как за все время продаж у нас ни одного нет негативного отзыва по данному инструменту. То есть по данному набору и вообще по наборам Meol. Рекомендуем, подписывайтесь на канал, получайте скидки в нашем интернет-магазине за подписку, оставляйте комментарии и также получайте скидки. Спасибо, до свидания.